Вологодские журналисты за победу! В память о дважды героя Советского Союза. 27 февраля в школе номер 15 открылась мемориальная доска, посвященная выдающемуся вологжанину, летчику Александру Федоровичу Клубову. Дата была выбрана не случайно. Сегодня остается ровно 70 дней до празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Подробности в сюжете Егора Канавина. Курсанты выносят копию Знамени Победы. Это штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Именно такой стяг красноармейцы Егоров и Кантария водрузили на Рейхстаг в мае 1945 года. Это главный символ победы над фашизмом, огромный вклад в которую сделал и наш земляк Александр Клубов. Уроженец Вологодской губернии Александр Клубов прославился как выдающийся летчик-истребитель. Он совершил 457 боевых вылетов, лично сбил 31 самолет противника, еще 19 в группе. За боевые заслуги ему было присвоено звание «Дважды Героя Советского Союза». Такое звание за всю историю получили всего 154 человека. Школа номер 15, где есть кадетские классы с углубленным изучением военной подготовки, носит имя знаменитого вологжанина уже больше года. Для школы это честь, для учеников и педагогов особая гордость. Мы очень горды тем, что первые выпускники, которые в этом году получили аттестат, в котором написано «Школа имени Александра Федоровича Клубова», они у нас успешно поступили в военные вузы. У нас 10 человек учатся в учебных заведениях Министерства обороны. На торжественной церемонии была и племянница легендарного летчика Елена Бирюкова. Она поблагодарила школьников за сохранение памяти о герое и постоянный уход за местом его захоронения на Введенском кладбище в Вологде. Когда 18 января, а это день рождения моего дяди, я пришла туда, то была очень растрогана, увидев подножие памятника, извините, все в цветах, красных гвоздиках. Я сразу же подумала, что возложили их ученики вашей школы. Вы молодцы. Военно-патриотической работе в школе номер 15 уделяется большое внимание. Школьники участвовали в создании экспозиции музея имени Клубова, где представлены модели советских военных самолетов, личные вещи солдат и предметы обмундирования. Кроме того, школьники занимаются изучением военной истории Вологды, разрабатывают социальные проекты, посвященные подвигам вологжан на фронтах Великой Отечественной. Благодаря реализации одного из таких проектов в школе и появилась эта памятная доска. Мы делали социальный опрос, опрашивали многих ребят, что хотите видеть на здании школы, там памятник или мемориальную доску. Когда будут люди проходить мимо школы, будут знать, помнить, что никто не забыт, что кто воевал. Присвоение имен школам и установка мемориальных досок – важное направление работы по сохранению памяти о героях-вологжанах, которую ведут городские власти. Сегодня уже 9 школ носят имена выдающихся земляков. На фасадах 24 учреждений города установлены памятные доски. До 1 мая городские власти планируют установить еще 12 мемориальных знаков на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Егор Канавин, Михаил Прищев, Вологда-Портал. Вологодские журналисты за победу!